Апелляционная коллегия отменила приговор 7 фигурантам дела о хищении средств при строительстве ЛРТ. Судья посчитал, что первая инстанция допустила односторонность и неполноту следствия. А суд проводить без главных фигурантов Султанбекова и Ардана было нельзя, аргументировал судья Абай Кокжалов. Наш корреспондент расскажет, что будет с 7 осужденными, когда будет поставлена точка все-таки в деле об ЛРТ. Громкое дело ЛРТ на этом не заканчивается. Дальше процесс зависит от гособвинителя. Вернет ли он дело антикоррупционной службе или само ведомство продолжит расследование. Нарушений в деле достаточно. Их сегодня перечислил судья Абай Кокжалов. Отсутствие процессуального решения в отношении иностранных компаний, противоречие аудиторских проверок и пропавшие материалы дела, в которых была переписка между госорганами. Все эти нарушения являются существенными по данному делу. Оснований для того, чтобы возобновлять судебное следствие и восполнять, при том, что имеется непринятое процессуальное решение в отношении представителей иностранной компании, а также МДЖПРО Абзулдаева и других лиц, которые указаны, роль которых указана в обвинительном акте и в приговоре, тоже является основанием для того, чтобы вернуть данное дело для устранения существенных нарушений с прокурором. Несмотря на такие нарушения, 28 мая этого года судья Кожмукан Микемтас приговаривает 7 подсудимых к лишению свободы от 7 до 11 лет. Вердикт суда сторона защиты сразу же называет вопиющей несправедливостью. Однако наказание в отношении Микемтаса, скорее всего, не последует, считает адвокат Жанат Абдрахманов. Служители ФЕМИДа наказанию подвергают лишь при исключительно грубых нарушениях. В данном случае, по большому счету, конечно, я считаю, здесь нарушения со стороны судьи грубые. Именно где вот это просили, что вот нет исполнителей, поэтому верните дело прокурору, зря время будет протрачено. Но он этого не сделал, хотя это вроде как очевидная вещь. Поэтому лично мое мнение, я считаю, что если его здесь накажут, например, за грубое нарушение, то здесь не будет нарушения закона со стороны тех, кто накажет, потому что здесь реально грубое нарушение, понимаете? Изначально главное судебное разбирательство не должно было начинаться без экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и бывшего председателя правления Астана ЛРТ Талгата Ардана, сетуют адвокаты. Ранее сообщалось, что главные фигуранты находятся в международном розыске. Однако даже в стенах Мажилиса этот факт подвергает сомнению. С депутатами согласны и общественники. Теперь ожидаем экстрадиции замкима Астаны Султанбекова с Манхэттена и ждем от прокуратуры ответа на главный вопрос. Где же пропавшие на ЛРТ 257 миллионов долларов США? В нашем-то деле их нет. Меру пресечения подсудимым в виде содержания под стражей суд оставил прежний, лишь продлил срок еще на 1 месяц. В силу постановления вступит 18 октября и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, объявил судья. Маржан Султанбаева, телеканал Атамекен Бизнес.